Более 100 гимнасток из 13 регионов России приняли участие в первенстве ЦФО среди девушек не старше 15 лет. В первый день в Раменском проходили групповые соревнования, где лидерство захватила сборная Московской области. В упражнении с лентой судьи оценили выступление подмосковных гимнасток в 24,275 балла. Эта оценка стала лучшей по итогам дня. На второй позиции расположилась команда Рязани, третьими идут воронежские спортсменки. Первенство завершится 31 мая.